Улицы города начали украшать звездными инсталляциями, гирляндами и гигантскими фигурами. А значит, что зимняя сказка совсем близко. Городские службы вовсю украшают улицы Ульяновска к Новому году. Концепцию новогоднего оформления разработали в едином стиле. На сегодняшний день в городе смонтировано 40 элементов новогоднего оформления. Сейчас работы продолжаются. На Соборной площади в Ульяновске уже установили новогодние фигуры. Привезли, собрали хоккейную коробку, поставили две горки, собрали елку. Встречать гостей по традиции будут Дед Мороз и Снегурочка. Несмотря на то, что снега пока на улицах города маловато, у ульяновцев уже появляется новогоднее настроение. Готовимся. У нас есть список мероприятий, которые нужно сделать. В эти мероприятия входит новогодний корпоратив с коллегами, украшение своего дома, приобретение подарков. Безусловно, это семейный праздник, всегда к нему готовимся. Вот знаете, вот сейчас прошла, и сразу настроение какое-то хорошее стало. Прям приятно душе. И я рада, что вот дождаться Нового года, увидеть вот эти вот все новогодние оформления, вот этих всех красоты этой, сердце радуется. Честное слово. На самом деле мы настроение создаем себе сами, поэтому, конечно, пытаемся поднять его и украшать уже и дома что-то. А нет, на самом деле я не противник рано ставить елку, потому что хочется все-таки, чтобы праздник как-то продлился именно, то есть чтобы он не внезапно наступил, чтобы не перегореть к самому Новому году. Город преображается, везде много разноцветных огоньков, это красиво, и когда будет представление какие-то новогодние, это будет, я считаю, мозговыносящее, скорее всего, потому что это красиво. Ну, конечно, мы очень рады, что елка у нас уже почти нарядная. Мы ждем этот праздник, конечно, как любой, что взрослые, все дети, все ждут Нового года, все ждут чего-то нового, и свершения всех желаний. Мы всем ждем счастья, здоровья, самое главное, чтобы все в семье были здоровы, дети, родители. Мы елку нарядили. Ждем Новый год, ждем подарки, ждем хорошего настроения. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.